Так, ребята, у нас проблема. Подходя к дому, я услышал мужской голос. Я сел тут на корточки под домом, чтобы записать. Короче, походу Лену принимают. Сейчас надо подобраться поближе и узнать, в чем же дело. Я тебя сниму снизу. Не прячься пока. У нас, короче, гости. Я пошел на ту самую квартиру, и когда вернулся, то оказалось, что к Лене в гости зашел сталкер. Сейчас мы поднимемся и познакомимся с ним поближе. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Влад. Его зовут Влад. Да. Ты Лену увидел или услышал? Я вчера вас еще слышал. Ага. Да. Книжечку нашел, книжечку бомбу. Ну смотри, вот нагатый энергобор я хотел, обязательно на заводе Юпитер, ну и так полазить еще. На Юпитере, так вот я так скажу, там можно по заводу, я вчера полдня лазил. Огромный, да. Реально, огромный завод, практически по каждому цеху я прошелся. Там валяются, короче, такие прикольные, я покажу тебе. Я не знаю, как для чего, короче, какие-то то ли сменные патроны для противогазов, каких-то промышленных, ага. Не знаю, там такой ящик, короче, его открываешь, там он герметичный, ну капец. Там же делали детали для подводных лодок, там было секретное подразделение на Юпитере. Там много что делали, да, там вроде официально делали какую-то электронику, то ли для магнитофонов, то ли что, а по факту. А завод, по факту, ну как обычно. Завод огромный, да. А не было у тебя мысли на левый берег прогуляться? Я хотел, я думал, не знаю, просто как по времени, по еде, если получается, не получается. Хотел, там же церковь вот эта есть. Церковь, вот я тоже хотел эту церковь. Очень бомбезная. Можно, кстати, сходить, если, ну, если надо, сильно не оттягивает, то можно сходить. Надо подумать, да. Ну, значит, что, пятый энергоблок? Можно. Пятый энергоблок. Ну, там, в принципе, в ту же сторону идти. Можно сначала на кран зайти. Да, вообще, на грузовой порт. А потом на блок. Вот у нас лодку украли, но мы принесли матрас. Сейчас мы возьмем с собой. У нас еще есть. А чего вы в квартире прятали? Там чердак есть, может. Так мы на чердаке прятали. Да ладно. Да я тебе говорю, на чердаке нашли. Вот лодка была на чердаке, и кульки с ништяками тоже были на чердаке. И да, и видимо человек конкретно шел. То есть я показывал местное, где мы живем, потому что мы все равно собирались уже искать новую подписку, да, вот. Но я не подозревал, что человек придет, побьет нам окна и украдет, облазит там все, облазит весь чердак и украдет все, что мы оставили. Грустно. Мы собирались сегодня, кстати, идти искать новую вписку, потому что здесь аншлаг. Но вот вчера ходили вот тут с фонариком двое людей и громко говорили, светили фонариком. Это как раз было? Это было уже стемнело, я думаю, часов 10, 10:30, вот так вот. И я мы же обычно не светим фонарями на тропах, я никогда не свечу. Я вчера до 10:30 был на крыше, ничего не видел, это время уже было после. Ну значит после, но это 100%. Мы уже собирались ложиться спать, когда я слышу голоса, знаешь, и кто-то громко ходит. То есть я хожу тихо, например, ночью, фонариком не свечу или говорю ему шепотом всю ночью. А это, видимо, люди, кто не боится. Было слышно. А? У нас вчера было слышно. Да, тут эхо такое, капец. Это вообще эхо взрывное. Мы потом начали их раздувать в этом самом комнате, да, что не так было слышно. Так, смотри, на 7-м этаже кто-то жил вчера. Не знаю, может, сейчас там кто-то. Но утром, наверное, уже не было. Я выходил 10:50, наверное. Уже, наверное, никого не было. Может, ушел, может, еще придет. А ты заходил туда, нет? К нему нет. Надо посмотреть. Так, ну что, нам бы покушать бы. Я бы поел. То есть вы сейчас будете кушать? Кушать и искать, мы хотим, ну, переместиться ближе к воде. Нет у тебя такого желания, поближе к водичке? Ну смотри, как хочешь, мы же как бы потом можем, если что, куда-то сходить на время, договориться и встретиться. Влад где-то на Лосе Украинки набирает воду возле этого. На водоеме? А что туда, до песчаного плато идти? Ну просто вот на водоеме, где дворец пионеров. Вот возле дворца пионеров, на строителе, короче. Поворот налево от воды. Ты имеешь в виду там, где этот... С речки. Ну не с речки, ну там это не речка, там где кафе. Вот это. Кафе это один водоем, и рядом водоем. Кафе тут дальше получается. Угу. Это водоем ближе. Здесь идти, короче, до воды 15 минут, наверное. Ну 10, наверное. Ну вот мы где-то 15 минут туда идем. Мы идем напрямик, так через школу прямо. Мы не обходим, у нас тут есть свои лозы уже. Я знаю, я ходил просто по
по этим лазам сейчас идти, мне легче выйти на дорогу, быстрее пройтись, как бы спокойнее, чем по этим. Ну так, да, но ты вчера бегал от полиции. Через страховую контору, школу. Я тебя угощу тем, чего у тебя, чувак, точно нет. Это, короче, это же иранские финики. Я тебе даю гарантию, что ты таких вообще даже не ел. Давай попробуем. На, приколись. Можно? Можно было... Я тебе дал с вилочкой. Он уже стал пить. Давай. Ну как тебе? Тема, да? Вообще тема. Они такие мягенькие. Они божественные. Твоя... То есть, подойди. Пошел. И пока что их одел. Вообще, вот у меня камуфляжная одежда. Убери там, короче, трусы. Они в кадре не были. Ну, я думаю, что это то место и... Это антураж. Да, это так и должно быть. Это классно. Да, то есть вещей по минимуму, потому что это же все вес, который ты тянешь на себе. Теперь ты понял это. Типа, чтобы потом их в городе одеть. Я их постираю. И одни камуфляжные штаны. И дождевик. Нормальный дождевик, типа. Ну не клеен что-то, типа как куртка, знаешь. Все. Вот на этом все мои вещи заканчиваются. Ну и плюс спальник еще. Все остальное это еда. Таким образом, у тебя и объем, и вес рюкзака значительно уменьшаются. Вот. А из сухих пайков, блин, я не знаю, будет ли, если нет, я тебе сейчас покажу, по-моему нет, что лучше брать, я вот такое открытие совершил, вот такая, короче, штука, понял? Каша резина. Да, ну так она классная, там нормальное мясо. Сколько стоит? 30 гривен она стоила, по скидке, без скидки 34, в Ашане. Вот. Я брал себе кашу, знаешь, харчи вот это все рекламируют. Да, да, да. И что там? Ничего. Ничего, да? Тоже. Но надо кипяток туда лить? Да, просто кипятком заливаешь. Здесь ничего не надо лить, она готовая. Угу. Прямо открыл, открыл, съел и погнал. 350 грамм, но, ну, блин, тут классное мясо. Ну, те стоят там по 40 гривен, в принципе, там, или дороже есть. Ну, я кушал, в принципе, ну, мне понравилось, хорошее. Паста там такая себе. Паста типа макароны, ты имеешь? Да, паста там с перцем, что-то такое. Вот. Ну, в любом случае, ко всему этому желательно какие-то консервы, потому что, ну, как-то маловато. Ну, вот это вот уже типа с мясом. Но я вот, мы консервы, блин, они тяжелые. Да. Вот это вот минус. Да. Вместо консервов берем, консервы это белок, понимаешь? А мы берем сывороточный протеин. Это не реклама, я не буду называть производителя, но это наш украинский. Да, я сейчас фотографирую, чтобы... Понимаешь, сывороточный протеин, килограмм стоит 300 гривен. Угу. Переваривается очень быстро, усваивается, то есть тебе легко идти, шаришь, у тебя нету тяжести, как ты нажрёшь сало, например, да? Вот, например. Я, кстати, хотел бы сало. Ну, мне хотелось просто сало. Вот, ну, вот сывороточный протеин, берешь протеин этот, короче, и берешь муку, где она там, мука... Короче, муку, овсяная мука. Мелешь, можно просто мелешь. Я смолол вот овсянку в блендере. Угу. Вот, и все, 300 грамм овсянки. Потом 2 ложки такой муки, ложка протеина. Все заколотил в чашке. Угу. Кстати, братцы, вот вы думаете, это чашка из пластика? А ни хрена, это чашка из шелухи пшеницы. Переработанной, и вот это вот такой полностью экологичный пластик из пшеничной шелухи, который, если бросить его в землю, то он просто превратится обратно в землю, станет землей. Био. Био, полностью био весь. Да. Да, вот по идее, с едой я, короче, заморачиваюсь нормально. Плюс у меня куча всяких витаминов, минералов. Могу поделиться даже витаминками, если что. Ты в Припять, ну, пришел. Это как вообще? Ну что это за идея, мысль? Как возникла? Ты пришел первый раз, как я понял, да? Да, я пришел первый раз. Я очень давно этого хотел, еще, наверное, лет 14. Была такая мечта, как-то мне нравилась вся эта тема, Чернобыль, вся эта авария, да, в 86-м. Просто было интересно, и уже, наверное, ну, года два я вынашиваю эту идею, что надо бы сходить. Вот, то мы собирались с товарищем пойти, с одним, со вторым, и, к сожалению, не получилось, один сейчас уехал.
Я передаю ему привет, Пашка. А второй, он сейчас подписал контракт, у него тоже не получается. Пришлось идти одному. Вот, ну, поначалу я даже пожалел, что пошел, потому что было очень тяжело. Я дошел ночью до реки, надо бы переходить брод, очень холодно. Я уставший и уже устал очень сильно. Фотология. Ну, потом все-таки я дошел до Припяти, я понял, что этого стоило. Это очень классно. Я обязательно приду снова. Вот, это идея такая, что, ну, вся эта отчужденность, да, вся эта... Какая-то пустота, атмосфера, вот эта, она да. тебя проникает все-таки. Да, да, это факт. Подписывайтесь на канал Реальные Гренки. Обязательно, братцы. Хорошие ребята, я познакомился с ними. Очень приятные, поэтому. Мы отправимся вместе в какой-нибудь залаз. Мы уже решили. Пока еще не знаем куда, но может быть это будет тот самый пятый энергоблок.